Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей. О подвигах защитников Отечества слагают стихи, снимают фильмы. Не так давно стало известно имя одного героя-земляка Ивана Ивановича Рябова, уроженца станицы Засовской. Он стал примером отваги и мужества для многих солдат в Великую Отечественную. О подвиге молодого офицера первыми узнали учащиеся 9-й школы. Урок мужества организовали сотрудники Музея истории и краеведения. Благодаря неравнодушному патриоту из города Железногорска Маргарите Гавриловне Василенко мы в нашем сегодня Лабинском районе открыли еще одно имя нашего земляка, участника Великой Отечественной войны, героя, который сражался в боях за Панери. Это имя старшего лейтенанта 1023-го стрелкового полка, командира роты Рябова Ивана Ивановича. И сегодня совместно с детками 9-й школы мы провели в выставочном зале мероприятие для того, чтобы осветить подвиг нашего земляка, для того, чтобы о нем знали еще больше жители нашего города и района. В 19-летнем возрасте Иван Рябов ушел на войну. Он участвовал в знаменитой Курской битве. Уже в 21 год он становится командиром стрелковой роты. Более двух суток он со своими бойцами вел оборону за станцию Панери Курской области. С 7 по 10 июля шли ожесточенные бои с немцами. На советских солдат буквально обрушились залпы вражеских пехотинцев и 16 вражеских танков. Несмотря на неравные силы, советские солдаты смогли удержать оборону. Рябов Иван Иванович принял участие в легендарной битве за Панери. Участвовал в обороне школы, стратегически важного пункта, в течение двух дней вместе с бойцами своей роты. И в тот самый критический момент, когда кольцо немцам сомкнулось вокруг школы настолько, что бой дальше было продолжать невозможно, он вызвал огонь реактивной артиллерии на себя. Подкрепление, которое уже подошло, наше подкрепление, которое подошло после боя, уже после того, как отыграли «Катюши», увидели на поле вокруг школы трупы около 300 немецких солдат, 6 горящих танков. И в этот момент из здания школы Иван Иванович вышел живой. Каким-то чудом он остался живым, увидели его посидевших. И в первую очередь он заботился о том, чтобы оказали помощь его бойцам, раненым. Поэт Евгений Долматовский написал стихи о том сражении с участием Ивана Рябова. Ученики прочли небольшой отрывок. В нем описан подвиг советских солдат, которые ценой своей жизни сражались за важный объект – Панери. Бойцы два дня держали круговую оборону в здании школы и отстояли. За мужество и героизм, проявленные при обороне школы, старший лейтенант Рябов награжден орденом Красного Знамени. Решением Координационного совета по нашему мемориалу на площади Победы, на аллее памяти среди 11 тысяч имен наших земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, появится теперь и имя лейтенанта, старшего лейтенанта Рябова из нашей станицы Засовской. Мы сегодня узнали, что великий воин, который постоял за свою родину, он, хотя ему было 21 год, он хотя бы сказал, чтобы он достал эту пушку, чтобы мы победили. Некоторые его воины, они просто умерли, а он, хоть у него так жадко хотелось жить, но он как-то же выжил. И пришел он, и он сказал, что нам сначала нужно помочь раненым. Мне больше запомнилось то, что Иван Иванович Рябов, он великий человек, он принял огонь на себя, и я считаю, что это большой подвиг. Мероприятие прошло в рамках краевого военно-патриотического месячника, но оно еще затрагивает и духовно-нравственное воспитание молодого поколения. Это подчеркнул отец Дмитрий, который стал участником мероприятия. Очень замечательно, что музей и выставочный зал проводят такие мероприятия, вот особенно для такого возраста. Второй, третий, четвертый класс, поскольку это самое подрастающее поколение, и обязательно нужно нести патриотизм, любовь, чтобы они в будущем проявили все свои таланты на благо. И, конечно же, несли память и о всех воинах, которые погибли, ну и принесли вообще благо обществу. Мы понимаем, что иногда с детьми надо просто быть рядом, рассказывать им что-то интересное, поучительное. Это всегда приносит потом.
свои дивиденды. Такие мероприятия, как сегодняшние, вызывают уважение и любовь к истории своей страны. Дети должны помнить историю, гордиться своими прадедами, участниками Великой Отечественной войны. Наша задача показать им, какой ценой доставалась эта победа. Ну а дети, подрастающее поколение, будущее, должны сохранить мир во всем мире. Хранить мир во всем мире. Наталья Литвиненко, Горисаков, телекомпания «Лаба».